На базе школы номер 61 города Махачкалы Дагестанский институт развития образования организовал региональный методический воркшоп «Проектная деятельность как ведущая технология по формированию функциональной грамотности учащихся». В нем приняли участие 47 педагогов центров «Точка роста» общеобразовательных организаций региона. Задания конкурсных испытаний были направлены на повышение мотивации достижения высоких результатов в повышении профмастерства учителей. Одной из основных задач, которые стояли перед ними – является создание таких условий, чтобы обучающиеся могли раскрыть свои возможности и подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.